против страны противника и влияющих на разные стороны жизни государства. Одним из наиболее важных аспектов гибридной войны является информационная составляющая его. СМИ играют очень большую роль в этой информационной составляющей и, ну, собственно, в самой гибридной войне. И в их текстах, в текстах СМИ, не только текстах, материалов, сюжетах, видеосюжетах, радио, применяются манипулятивные приемы, которые способны оказывать влияние на население страны противника, и, кстати, не только противника, но и союзника, что это тоже очень важно. Сначала оказывается влияние на свою страну, в первую очередь, а потом уже на страну противника. Все, спасибо. Спасибо.